Вот смотрите, какую штуку сделал себе, чтобы воду в каминку поддавать. Вот это вот бак на 8 литров. Это кран для резкой подачи, это кран для плавной подачи. Соединил все трубкой нержавеющей. На самом деле можно использовать гофру и краны подешевле. Это все подается в каминку. А в каминке трубочкой там вот так вот распределяется. Очень удобно. Мне нравится то, что лежишь или сидишь на полке. Это у меня дивертор. То есть его когда дергаешь, он сам возвращается обратно, как в душ. То есть чик. Вернулся. Водичка уже полилась. Сейчас будет пши. А можно плавно сделать. То есть кран чуть-чуть откручиваешь. И водичка плавненько, тоненько-тоненько струйкой бежит. Класс.